Перший в Беларуси энергоэффективный дом другого поколения урочисто сустрел новосельцев. Побудовали его у Могилеве у микрорайоне «Сподорожник» по проекту программы развития ААН и глобального экологичного фонда. Продуманная инженерная система дозволит дому согревать самого себе, а жихарам экономить на квартплате. Хутка новосельцы отримают ключи от энергоэффективных кватер. Где батареи? Теплая? Свішчанковы – одна со 150 шматдетных сем'яў, якія хутка адсвяткуюць наваселле. У іх трохпакаёвая кватэра у доме будучыні. Это будет для нас очень экономично. А деньги – это весомо для многодетной семьи, когда есть много деток, и деньги уходят все на одежду, на лечение, на учебу, то жировки за квартиру – это хорошая помощь. Ресурсы, что отпрацевали, а это поветра и канализационные стеки, будут нагревать те, что снова поступают у кватеру. Температуру воды подтримливают солнечные панели на даху. Обещают, что, например, на отеплении отрывается экономить удвоя. По горячему водоснабжению еще эффект больше. Здесь примерно в 4-4,5 раза меньше на горячее водоснабжение пойдет тепловой энергии, которая поступает от сжигания ископаемого топлива на ближайший ТЭЦ. Будет проведена учеба, как пользоваться системами, установленными на этом объекте. Ничего сложного в этом нет, но вмешиваться в эту систему, конечно, нельзя. Все, что можно будет, скажем так, повредить, все будет закрыто. У будовництве такое жилье обходится дороже, прикладно на 30%. Однако у будущем энергоэффективные технологии повинны отгукнуться вашей экономии тепловых ресурсов и восприятие экологии. Тому специалисты меркуют, что такая система в будовництве приживется. Алена Соловьева, Александр Артемьев, новины регион.